Но возле этого грибов сезон. Здесь по козьей тропе пойдем. По сырничей, по косулей тропе оленей. Олени, косули, сырников по-чешски. Осторожно, потому что это ежевика. Здесь колется. О, а здесь уже ветра нет под горкой. Так, зверятки, а мы люди идем по ихней тропе. Прям так они шли, и так идем мы. Перешагнем. Оп. Плюс сухой. Я тут шла, больше воды было. Но тут вообще нет воды. Еще один бродик будет. Вот мы пришли практически, да? Тут вот тоже поточек. Вода чистющая. Идет с того правильно, где мы наберем воду. С того источника. Где мы брали чай, делали. Она сюда поступает. А здесь новинка. Вот такую лавочку тут поставили. Белую новую лавочку. И такие два кресла прям про нас. Прям про нас. И дрова есть, ребятки. Сергей говорит, ой, забыла. Вот и палочка опекать оставилась. Нам оставили. О-о. А вот, пожалуйста, вам еще есть палеты. Палеты. И мы их можем поджечь. Сделать себе огонек. Сергей уже нашел, чем распаливать. Вот такой стульчик нам на сиденье. Вот тебе 8 марта. А что мы с собой взяли? Мы потом еще за водой пойдем. Сейчас посмотрим, что мы с собой взяли. Пустые бутылки для воды, которую наберем на источнике. Так. Здесь могли бы попечь и картошку. Сегодня печь не будем, потому что еще сейчас не так тепло. Плюс надо дольше сидеть. Даже в парк. Короткий и... день. Будет длинный день, придем сюда, да? Печь картошку. А сегодня мы сделаем только сосисочки. Парки. Бухты? Нет. Так, одна лавочка. Это маленькая, другая. Можно передвигать, сидеть у огня. Так что табор придет, например, будет иметь радость, что мы тут так приготовили в этом году. Вот это обновленное это стол, это уж давно-давно уже гниет. Но ему много лет. Вот я здесь сколько хожу. Еще моя мама приезжала, мы тут над этим столиком с ней сидели. Ой, очень удивлялась. Днеска мы зас. Навштивили нашу живую студянку. Студянка по дороге. Сергеечка, не ве, где выпнуть когуток, я. Запомнился выпнуть когуток. Знаешь, здесь видно, даже добрая вода. Добрая. Прибыла контаминована в лете минулом. Ну, не видно, как там было. Здесь она добрая. И течет там, прямо до того табора. Мы тогда и варили за самовара чай, так эти струмки были вполне маленькие. Три руки спадки, еще были малые. Вот Сергей находит еще хворост. Добавить до огня. До нашего огня. Додать яйцо. Также табор мадобже. Же близко мы за студянкой так ли. То местечко, где они ставят станы. Близко тех мест, где они могут взять воду. А ставят вот на этом получке, на этом лугу. На этом лугу ставятся станы. Вигвамы иногда, диски или обычные палатки. Кто нам днеска послал Бог? Что нам сегодня Бог послал? Кетчуп. Вот такие крекеры, или как они там называются, без всякого пальмового олея, с сыром, вот. Да, такой вот, хоп, трубочки. Дима, такие парки, брадворсы. Ним окурки. Огурчики. Водичку мы взяли попить, делать кофе. Каву. Вот на десерт яблочки сейчас почищу. Ольга готовит. Да, хлеб. У нас. Вальтмейстер. Вот это нам сегодня Бог послал, да? Это Сергей сказал, оденет фартук. Да, жестеру фартук. Типа сегодня 8 марта. НДЖ. А еще мне взял жесы крем-брюле. В природе. Так, что у нас тут еще? О, косметичку взяли. Опа. С 8 марта. Супер, да?
Чашечки. Чашечки. Вот такие чашечки. На кафе. Будет. А варить мы будем, как яков ждицкий, том будем мы варить. Пиво мы запомнили, ну и фиг с ним. Спадки дадим. Запомнили мы пиво. Главный стопник. О. А вода журчит. Никто тут уделал, так вы палеты, а два кресла. Угу. Сделали же два кресла с палет. Трон. Трубочки. Окурки суправые. Корнишонки. Маленькие, а мот добрый. Очень вкусные. Вот там я папричка полива, острый перчик. Мне достался перчик. Называется корнишонс. Маленькие. Мот добрый. Попробуем. Ты. На солнце светим. Будем вас дразнить. Чуть-чуть. Дарил сын. Он иногда берет с собой фартушек. О! Интересные надписи. Грил мистера. Мистер гриля. Барбекюшник. Ну, не барбекю, это так. Это приправили. А? Восьмой. Сергей Лайфак. Держится. Ну так. Наша осьмичка держится. Держись, осьмичка. Добже. Так, затачиваем пруд. Путя. Будем на них насазывать брадворсы. Шпикачки. Тюрингин рост брадворс. О, ням-ням. Всегда пять. Ждицки пять. Там дрова откусил. Сергей насазывает. О? Угу. Ага. Один. Совсем один. Один. Пахала я как студень там. Там потом с хлебом. Зустана. Жидличкой. Стульчик посидеть. Сергей уделал сизенье. Дал сизенье. Поставил лавечки. Дал. Во. О. Вот буду я помогать тоже. Кук. Будем опекалась. В пекачке. А. Ох ты. О, и я буду пекать. Мы ходим, ищем, где нет ветра, а он за нами. Ветер. Ну, уже подадобже. Тынц-тынц. Той погодочка. Солнышко нам тоже заходит скоро. Ты радостно. Держим я, ты держишь Сергея. Так, потом выходим. Так, меняю место форт. О! Заготовиться. Не подписывай.